Все кончено. Отдавай вакцину, больной ублюдок. Не-не-не-не-не. Ты приносишь деньги, а я люблю деньги. У нас впереди еще много работы. Опусти пушку! Хоть когда-то видела подобное? Данные о нем стоят миллионы. Но сама понимаешь, город вот-вот взорвут, а жизнь человека бесценна. Удачи! Николай! Джилл! Останови Николая! У него вакцина! А как же ты? Время на исходе. Я справлюсь. И не сомневайся. Слушай, чтоб ты знал, это последний, блядь, раз. Открытие ответа. Заебись. Хватает питания. Что, понравилось? Еще хочешь? Аривидерчи. Нельзя позволить Николаю уйти с вакциной. Надеюсь, Карлос остановил его.
смогу догнать его. О, нет. Ты меня не остановишь. Это ведь твое, да? Нет! Ты хоть представляешь, что натворил? Плевать, совершенно. Мой клиент поручил мне уничтожить Амбреллу. 10 минут до ракетного удара. О! Ракета запущена. Мне пора. Прощай, Джилл Валентайн. Жаль, ты не прислушалась, когда еще был шанс. Джилл! Стреляй! Не могу! Тебя заденет! Давай! Ты должна! Выхода нет! Стреляй! Карлос! Эй, жестоко оставлять тебя в мире без Карлоса. Слишком жестоко. С ним что? Почему? Ради чего? На все есть своя цена. Даже на мир в огне. На кого ты работаешь? Расскажу, если вытащишь меня. Заплачу сколько захочешь. Дура. Ты дура! Если я умру, тебе не узнать правду. Поработаю немного детективом. Джилл, ты цела? Вот она. Все кончено. Пока, городишка. Когда жар взрыва окутал нас, я чувствовала холод и пустоту. Столько смертей, и причиной им был не вирус, создавший монстров, а жадность. Человеческая жадность.